Всеобщий привет, с вами Лунная Дракониха, и сегодня я вам покажу игровой набор «Битва с Красной Смертью». Сразу скажу, что заказала я его на eBay из Германии на аукционе. Это абсолютно новый набор, только без коробки. Здесь все есть, то есть что идет в новой коробке, это Красная Смерть, Беззубик и также три маленьких вот таких вот дракончика, для чего они нужны, я вам покажу чуть-чуть попозже. Положу их пока что сюда. Игрушки в идеальном состоянии, что меня очень порадовало, потому что это офигенно. То есть можно сказать, что их только достали из коробки, и они как новые. В общем, это лайк, плюс, зашибись. Давайте же я вам по отдельности их покажу. Давайте, пожалуй, начнем с Беззубика. У Беззубика отличнейшая детализация. В общем-то, как у всех Беззубиков. Да, они все выполнены отлично. Этот набор считается 2016 года выпуска, хотя по первой части. У этого Беззубика отлично все выполнено. У него подвижные лапки, вот передние. Также у него резиновый хвостик, который достаточно мягкий, гнется. Также он у него снимается, и его крылья тоже снимаются. Но я этого лучше делать не буду, потому что иначе это крепление может разболтаться, если их постоянно снимать, одевать и все такое. Также седло выполнено очень детально, и его мордочка, она безумно миленькая. И также у него открывается ротик, вот так вот. Давайте же я вам покажу его функцию. Итак, когда мы ему нажимаем на задние лапки, так, он опускает свои крылья, и также у него открывается пасть. Давайте я вам это спереди покажу. Нажимаю на лапки, у него открывается пасть. И опускаются его крылышки вниз. Вот так вот это работает. Также этот беззубик считается большой фигуркой, то есть она среднего размера. Очень классный беззубик, у меня такого еще не было, но, кстати, он похож очень сильно на беззубика 2010 года. Это почти одно и то же, они отличаются только немножко мордочками и функционалом. Все. Давайте теперь перейдем к Красной Смерти. Но прежде я хочу сказать, что этот набор очень классный, но единственное, Беззубик немножко не подходит по размеру к Красной Смерти, потому что Беззубик в фильме намного меньше нее. Ну, все равно это такая задумка, поэтому зачем осуждать? Далее у нас идет злая Красная Смерть. Ну или не очень злая, я не знаю, но по виду она выглядит достаточно, так скажем, устрашающе, что ли. Фигурка достаточно большая, то есть тяжеленькая даже. И детализация Красной Смерти меня просто поразила. Здесь настолько все классно сделано. Посмотрите только на вот эти вот, как сказать, дизайн ее крыльев. Это офигенно. Каждая чешуйка и каждый шипчик сделан просто классно. Также она такого красно-коричневого цвета или красно-серого, я не знаю точно. И вот такая у нее детализация. Мне кажется, это одна из самых детализированных фигур, которые когда-либо были. Также ее глаза, тоже все сделано классно. И давайте теперь перейдем к подробностям о том, что у нее подвижно. У нее снимаются крылья, но они тут так плотно держатся, что я их снимать не буду, пожалуй. Также у нее двигаются лапы передние, вот так. Можно ее как-нибудь посадить. Вот так вот может, не знаю. Ставим их в свое положение. Также у нее снимаются стопы, как я знаю, но я их лучше снимать тоже не буду. Лапы задние тоже немножко подвижны, но совсем немножко. Вот, как-то так. Хвостик у нее съемный, он резиновый. Ой, я случайно его сняла. Давайте ей прицепим этот хвост, бедная Красная Смерть без хвоста. Поскольку хвост у нее резиновый, он у нее вот так вот вставляется, кстати, очень, очень плотно вставляется. Надо не хватать сил, чтобы это сделать. Капец.
В общем, хвост у него очень плотно вставляется, но лучше его сильно не гнуть, чтобы он не отвалился. Вот. Если даже щелочка небольшая осталась, нужно его как-то впихнуть туда, что ли, как он вообще вставляется. А, как же он плотно тут стоит. А, все, все, идеально, как и было. Али ее пасть. Зубы сделаны отлично, а пасть у нее открывается при нажатии на голову. В общем, вот так все это выглядит. И сейчас я вам покажу, для чего нужны вот эти вот дополнительные дракончики. У самой фигурки нету функции, но она может делать вот это. Открываем ей пасть. И она будет есть этих дракончиков. Вот так. Я не знаю, это может быть выглядит немножко странно, но такова задумка. Кстати, может быть, в нее можно запихать еще что-то, кроме этих дракончиков. Вот они тут, кстати, видны. Не знаю, видно вам их или нет. А, да, видно. И мы закрываем пасть. Я думаю, что вы это слышите. И чтобы нам их достать, она как будто проглотила такая злая красная смерть, которая глотает этих дракончиков. И открываем у нее вот этот отсек. Как он открывается, а вот так, и достаем оттуда этих дракончиков. Так, все. И обратно закрываем. Кстати, в нее можно что-нибудь положить, закрыть, и это больше никто никогда не найдет. И если вы не забудете, что вы туда что-то положили, ну почему, можно ее использовать как хранилище для каких-то записочек, маленьких штучек, я уж не знаю, но этот отсек у нее такой секретный, не знаю, может быть, он даже что-то полезен, ну так что туда можно пихать вот этих вот малышей. Я не знаю, может быть, туда влезут еще какие-нибудь дракончики в это отверстие, а может быть, нет, я не знаю, если честно. Я их, пожалуй, уберу, чтобы я их не потеряла. И, кстати, у меня, по-моему, был один подобный, маленький, кто это Громиль. Но я вам его показывать не буду, потому что он почти... Вот такой вот набор сегодня у нас был на обзоре. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы поставите лайк, подпишитесь на мой канал. Ну а на этом все. Всем пока. До новых встреч, новых видео.